Всем добрый вечер. Друзья мои, я говорила о том, что это сильные дни. И один из самых сильных дней сейчас. Но дело в том, что он не заканчивается 12 часом ночи. Он заканчивается 5 часами утра. И поэтому вы в течение этого времени можете делать вот этот ритуал. У меня сегодня просили... как бы ритуал, который поможет забыть боль, забыть воспоминания, которые мешают нам жить. Я этот ритуал провожу, но этот ритуал у меня давно как бы написан, я уже давно пробую, наверное, 3 года назад написала, создала, если уж точнее, да? Но вот показываю вам только сейчас. Это очень сильный ритуал. Вы можете сделать для себя. Вы можете наговорить эту воду и как бы сохранить, потом подлить, например, в чай, в кофе человека, которому хотите помочь. Например, это может снимать тоску по умершему человеку, это может снять тоску по умершему ребенку. Есть же люди, которые не могут смиряться, да, и родители хотят помочь, утешить, потому что там еще есть ребенок, а мать убивается. Вот. Успокоить эту тоску. Иногда воспоминания детства людям не дают жить, воспоминания там об отце, который пил, издевался, может, о матери, которая делала не очень достойные вещи в жизни своего ребенка и много другое. Воспоминания нам мешают жить. Иногда мы поворачиваемся к этим воспоминаниям, иногда жалеем, что мы что-то не вовремя сделали. И как бы нам ни говорили, что надо жить сегодняшним днем, будущее строить, все равно мы живые люди. У нас в душе все равно осадок остается. И в этот момент нужно все-таки прибегнуть к помощи иных сил, которые стоят выше нас, которые называются потусторонние силы, силы судьбы, как хотите, да? Известно, что в подземелье, в Аиде, то есть в стране мертвых, есть две реки. Стикс, чьими священными водами клянутся боги, и Лето. Вы слышали, когда-нибудь говорят, кануло в Лето, да? Если Стикс это легендарная река, ее никто не видел, но многие люди, которые были между жизнью и смертью, то есть на грани, видели эту реку. Эта река описана у многих народов, во многих культурах. Не зря же реки обожествляются, как, например, Ганг, как, например, Нил. Река – это движение, это жизнь. И река еще, река жизни говорит о переходе с этого мира в тот. Помните песню Малинина, да? «Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни». Река. Судьба, движение вперед. Но есть река, которая уносит навсегда, это Стикс. Это река мрака, смерти. А Лето – это река забвения, вечного забвения. Говорили, что сначала переходит Стикс, потом Лето, реку мертвые, умершие, и навеки забывают, откуда они, кто они, память их стирается, и они уходят в потусторонний мир, во владение Аида. Река Лето есть, вот существует эта река. Конечно, никто еще не проверял, обладает ли она такими свойствами, как приписывают, да, но есть Лето река в Греции, существует эта река. Говорят, что она стекается в ад, то есть именно в Аид. В ад не в плохом понимании, а аид, потому что я уже объясняла слово ад, откуда пришло. Итак, вот сейчас я вам показываю ритуал забвения боли. Я буду говорить несколько раз одни и те же слова. Если у вас есть другие желания забыть что-либо, например, любовь, который вам мешает жить, да, например, человека, вы можете добавить и назвать имя этого человека. Помоги мне забыть то-то, это, там, любовь к мужчине или любовь к женщине.
или вражду забыть, или боль забыть, что хотите, но примерно вот именно сделайте, как я, например, вам показываю, точно те же слова можете добавить свое. Но особо менять текст я вам не рекомендую. Если я буду повторять то же самое, это не случайно, это чтобы закрепить. Это как вам сказать, чтобы донести. Поскольку река живет в каждой капле воды, вся вода мироздания соединена между собой. И одна капля воды все донесет океану и рекам, которых я призываю. Поэтому достаточно взять два фужера или два, ну, лучше прозрачных, стеклянных, да, бокала, не знаю, чашки воды. Вот так поставили. Свечи я поставила синие и черные. Это, ну, самые оптимальные цвета. Если их нет у вас, можете просто поставить две свечи, символизирующие две реки. Это синий цвет – это лето, черный цвет – это река смерти и мрака, Стикс. О, великие реки судьбы, реки смерти и забвения, вы есть каждой капли воды. О, великие реки смерти и вечного забвения, услышьте меня, помогите мне. О, Стикс, помоги мне, убей мою боль. О, великая река смерти, убей мою душевную боль и ненужную любовь. Убей мои страхи, уничтожь мою душевную боль, раствори в своих темных водах мои страхи и сомнения. Пусть они навеки сгинут. О, Стикс, река смерти и мрака, убей мои тяжкие воспоминания, утопи в своих черных водах мои беды и неустроенность. Да будет так. О, река забвения, великое лето, пусть канут навеки в твоих водах мои страхи, пусть забудется боль моей души. Помоги мне забыть горечь прошлого. В твоих водах забвения пусть навеки забудутся и утонут мои тяжелые воспоминания и боль. Пусть мои страхи и боль душевная уйдут и канут в лето. Да канет в лето моя тяжкая судьба, канет в лето мои страхи и неустроенности. Канет в лето то, что мешает мне жить и идти вперед. Да будет так. Перемешиваю. Перемешиваю я священные воды двух великих рек смерти и забвения. Пью их воды и навеки убиваю в их волнах свои страхи, боль. И топлю навеки, и отдаю забвению душевную боль и страшные воспоминания, мешающие мне жить. Да будет так. Их нужно выпить. Все, что было сказано, пусть сбудется. Заклято. Какой-то мороз по коже, холод идет по ногам. Попробуйте, это поможет вам на долгое время успокоиться, забыть вашу душевную боль и идти вперед. Потому что душевная боль мешает человеку развиваться. Очень мешает.
Удачи вам.